43 жителя округа вышли в полуфинал конкурса «Управленцев. Лидеры России». В конкурсе есть несколько направлений. Они еще раз пройдут тестирование на компьютерах, выполнят управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции. Больше всего ямальцев представлено в блоке «Государственное управление» – 30 человек. В треке «Бизнес и промышленность» свои силы проверят 11 северян. В направлениях «Здравоохранение и информационные технологии» – по одному человеку. Финалы пройдут в сентябре и октябре. 300 суперфиналистов получат грант на образование – 1 000 000 рублей. 100 человек будут признаны абсолютными победителями. Они получат возможность поработать с наставниками, ведущими управленцами страны, сообщает пресс-служба губернатора.